Выходной со спортом. В минувшее воскресенье десятки новоуральцев с замиранием сердца наблюдали за первенством города по хоккею. Хоккеисты группы «Б» разыграли кубок Валерия Белоусова. За игрой следила и наша съемочная группа. Напряженная борьба за чемпионский титул. Таким новоуральцы запомнят финальный матч Кубка Валерия Белоусова между командами «Айсберг» и «Викинг». В серию хоккеисты с ледяным названием вышли с одной победой. Так что изначально были настроены на разгром противника. А болельщики тем временем следили за каждым движением шайбы и клюшек, чтобы не упустить ни одного момента. Мы пришли всей семьей. Болеем за Семена Бутурлакина, капитана команды «Айсберг». Ну, ждем от них еще побед и шайб. У нас вся семья хоккейная такая, болельщики ярые. Мы болеем за хорошую игру, за красивую игру. Ну, в данный момент за проигрывающую команду болеем. У нас папа хоккеист, и дети тоже хоккеисты. Ну, да. Мы пришли просто смотреть хоккей. Я сам туда хожу. Думаю, что и все хоккейные. Финал, надо посмотреть финал обязательно. Интересные команды, интересная игра. Поэтому я всех приглашаю смотреть эти игры. Великолепный турнир. Я вообще с детства играю в хоккей. Играл в сборной города хоккей, в той знаменитой, которая в класса вышла. Вот тоже Владимир Александрович Храмцов, тоже он вышел. Мы вместе с ним играли. В схватке со счетом 5-1 победу вырвала команда «Айсберг». И спустя 2 часа после начала игры лидеры с радостью получили в руки долгожданный приз. От лица всей команды капитан Семен Бутурлакин поделился эмоциями по случаю победы. Мы с самого начала сезона поставили себе цель, что нужно выигрывать чемпионат. Шли к этому. Конечно, были сложности. Команды просто так не отдают победу. Вот, ну шли, конечно, сегодня уже за победой. То есть не хотели отдавать победу. У нас два звена парней, которые где-то что-то поиграли. Где-то спортшкольники, где-то сами занимались. Ну и плюс у нас, конечно же, коллектив. Все очень дружные. Друг за друга играем. Вот это все и дало результат. Для спортсменов подобные чемпионаты – особая возможность выйти на лед и показать свои умения под скандирование болельщиков. Этот турнир уже 2-й год проходит в память о выдающемся советском хоккеисте. Валерий Белоусов свою карьеру начинал в Новоуральске. Белоусов – это человек, который играл у нас в городе когда-то, и сегодня были его коллеги по команде, они вручали этот кубок. Это человек, который сделал огромную вообще работу для хоккея, ну, большей частью для челябинского. И мы выбрали вот двух людей, которые в новоуральском хоккее, как так скажем, оставили след. И в честь их назвали наши кубки в первой группе и во второй. Человек, который не знает своего прошлого, у него нет будущего. То есть, и это вообще очень важно. Знать и помнить людей, которые, ну, в данном виде спорта, который мы очень сильно любим, добились огромных результатов и внесли огромный вклад в развитие хоккея в нашем городе. Спортивный интерес наших хоккеистов является движущей силой этих активных молодых людей и мужчин. Однажды вступив на путь спортивных достижений, они больше не могут представить себя без новых побед. А мы тем временем можем стать свидетелями игр, от которых порой и дух захватывает. Валерия Конева, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.